молодая семья был учрежден в 1998 году, в год семьи. С тех пор он проводится ежегодно. В конкурсе могут принять участие семьи с детьми в возрасте от 5 до 14 лет. Возраст супругов не должен достигать 35 лет. В этом году участие в финале принимает 6 семей. Здравствуйте! У вас активно идет подготовка. Скажите, как ощущения, как подготовка? Волнуемся, конечно, переживаем, что что-то не получится, но поддержка семьи, все, сполоченность наша говорит за себя. Смотрите. Наша масленица, ты прощай, прощай, наша широкая. Конкуренция была очень серьезная. Говорю, вот мы с жюри отобрали очень 6 семей, это было очень сложно. Конкурс у нас были визит к семей, а семьи рассказывали, как они познакомились, как они шли к свадьбе. Семейного благополучия. Расскажите вот людям, чтобы все знали. В чем секрет? Любовь друг к другу. Взаимопонимание. Наверное. В понимании любви. Вот оно счастье, наверное. Это семья. Просто семья. Быть вместе. Я думаю, чтобы была... Гармония. Гармония. Это терпение друг к другу. И всегда помнить, что вы лучшая семья.